Этот швейный цех в Бишкеке стабильно работает уже 10 лет. Сейчас сюда требуется около 20 рабочих. В основном тут шьют женскую верхнюю одежду или куртки различных моделей. Готовая продукция экспортируется в Казахстан и Россию, а некоторая часть идет на внутренний рынок. Но нехватка рабочих рук замедляет производство, поэтому к работе приглашаются профессиональные портные. Рабочий график у нас 6 дней в неделю, зарплата зависит от выработки. Всегда выплачивается вовремя, вам не нужно никуда уезжать. Работу вы можете найти и на родине. Эльдар недавно устроился, хотя он говорит, что в пик сезона работа есть всегда. Но поскольку это достаточно кропотливый труд, спрос на профессиональных швей в стране очень высок. Уже 5-6 лет я учусь и работаю в Кыргызстане. Если много работать, то вполне можно хорошо зарабатывать и здесь. В Кыргызстане имеется более 7 тысяч вакансий по более чем 1700 профессий. Особенно ощущается нехватка рабочих рук в швейной, строительной отраслях, в сфере услуг. В то же время есть граждане, которые уезжают за границу, не найдя работу здесь. В целях регулирования этой ситуации и предоставления нашим гражданам подробной информации о вакансиях при Министерстве труда, соцобеспечения и миграции запущен единый колл-центр. Мы продумали, какие вакансии есть на рынке труда и какие мы можем предложить. Теперь желающие устроиться на работу могут позвонить по короткому номеру 1899 и получить ответы на свои вопросы. К работе подключены районные и городские отделы администрации. Информационный центр открыт по будням с 9 утра до 18:00. На данный момент в колл-центре работают 7 сотрудников. Елена Ткаченко, Нургуль Джумабекова, Фазамат Кадыртуктоев, Алатау 24.